Вот это канарское дерево. По-моему, драконовое дерево называется. Вот, то есть на какой-нибудь Ла-Пальме или Тенерифе можете увидеть вот такие вот деревья. Вот. Скорее всего, не из Австралии. Хотя, кто его знает? Может быть, есть какие-то варианты. Ну, туристы прямо с сумками идут. Так, ну что у нас тут за Каликс какой-то? Наверное, выставка какая-то. Сейчас, может, зайдем сюда, если получится. По газонам ходить можно, в отличие от Украины. Не знаю, как в России. А вот. Помнится, в парке Горького гоняли меня с газонов в Харькове. Солнышко так припекает неплохо, скажем так. Вот, сейчас зайдем. Розмаринчик. Это что у нас такое? Сейдж, наверное. Скорее всего. Шалфей. Это симфон. Это вот этот. Даже не знаю, что это такое. А, короче, что-то лекарственное. Артрит. Еще что-то лечит. А это снимает воспаление. Мента. Даже не знаю, чего. Что у нас тут еще есть? Галега ощущается. Корень, козий корень. Это для насморка или для, если вас укусит змея, и понижает сахар. Армора кария, редис какая-то. Это использовалось вместо табака. Это вообще, по-моему, похоже на полынь, если не ошибаюсь. Говорят, не крадите наши растения. Если вы видите, что крадут, заявляйте. А вот. Рунелия вульгарис. Лечит усю. Стевия это можете использовать как замену сахара. Листики сладкие. Вот. Что у нас? Pineapple sage. Классная штука. Добавляете в чай, и у вас вкус и запах небольшой ананаса. Вот. Что у нас тут еще есть? Сейчас посмотрим. Вот какой-то шарик, с которого дети нам воду слизывали. Мелисса. Тоже как для чая. Розмаринчик. Хорошая штука для готовки. Что у нас? Чикорий. Чикорий забыл. Орегано. Это для пиццы. Это, наверное, цитрусовый ореган. Тмин, сори. А вот, цитрусовый тмин. А вот.
короче, тут мина куча, цитрусовый, и он лимончик растет. Шираз. О, лимоны, виноград, шираз, цитрус растет. Herpa spice. А, ну, лимоны растут. Это лавровый лист. А вот это что у нас такое? Джалапа. Противовоспаление. Я так понимаю, это растение. О, вот от Тэмзи это полынь. Для вермутов используется. Кстати, вермут достаточно легко сделать. Берете обычное дешевое вино. Если оно не сладкое, то добавляете сахар. И добавляете вот полынь и еще там куча растений. Варите это вино, и у вас получается вермут. Такая полезная штука. Вот. Ну а здесь еще у нас что у нас? Гарлик, чеснок, пачули. Это тоже используется. Диарея. По-моему, еще используется как запах для духов. Кстати, кокос какой-то, ясмин, амфилопсис. Тоником какой-то. Что-то похоже на укроп. Скорее всего, оно есть. А вот австралийские какие-то. Это австралийские, получается, идут медицинские растения. А вот, то есть они с Гавайев там пришли, с Полинезии, Микронезии, Меланезии. А вот клематиса. Используется для клематис, используется для того, чтобы голова не болела. А вот таману вылечивает кожу, если у вас повреждена. А вот, и вот эта штука что-то мятное. Простонтера минбуш. Вот, сейчас посмотрим. Роза мадагаскарская. Это у нас чесночок. Это уже азиатские идут. А, галангал. Запах у него, конечно, это корень, короче говоря. Ни разу не видел его. Это вообще похоже на базилик, честно говоря. На тайский базилик. Здоровенный вырос. Вот, а галангал, он корень используется типа джинджа. Только гораздо-гораздо сильнее. Это что у нас? Испанский тмин. Не видел ни разу. Хотя не, вроде был у меня. Да, что-то похожее было. Цитрус медика. Цитрон. А вот это у нас чего такое?
перила используется, это типа цинамона. Короче, листья у него такой приятный запах, используется как с орехами, ой, с огурцами, либо в корейской и японской кухне с сырой рыбой потребляет вот эту вот штуку. А это кардамончик, а не, турмерик, выглядит одинаково. Кардамон тоже классная штука. Вот пепперминт, понятное дело. Так, не очень много тут растет, конечно. Лимончик. Вот, говорят, чтобы не снимали отсюда фрукты. Вот, потому что многие приходят сюда, и некоторые национальности, наверное, себе срывают и потом готовят супчик, либо рыбу там какую-нибудь. Вот, почули. Почули вроде было у меня когда-то.